Ну, перебарывать, конечно, меня заставлял, потому что было какими-то моментами очень сильно лень, но у нее не было такого прям сумасшествия, как вот у многих родителей даже вот сейчас, вот в последнее время, это очень наблюдается сильно, что вот все, моя девочка самая лучшая, самая одаренная, она будет чемпионкой. Нет, такого однозначно не было. То есть мы занимались просто для себя, дай бог получится. И первый год мне мама говорила, у меня была жуткая плоскостопие, она говорит, ну занимайся, доченька, для себя хоть плоскостопие пройдет. Плоскостопия больше нет.